Наши дедушки, наши бабушки, прабабушки. Это поколение большое. Около 200 лет прожили на этой земле. И я не думаю, что тот человек скажет, что где-то родина его. Когда наши прабабушки, прадедушки похоронены на этой земле. Рома и Наташа, давайте выпьем за них. Дай Бог вам счастья, здоровья, да. Радости. И побольше, да, чтобы я быстрее окружилась этим. Внуки мне. Горьки, ну давай, давай. Не слушай людей. Ничего, все нормально. Если не сказать, что мы вымираем, мы исчезаем. Осенью уедут часть, остающаяся часть, если уедут нас, у нас останется самое большее 30 семей. Даже жить не буду, но все равно я уверена, что здесь когда-то будет. И хорошая когда-то жизнь здесь будет. А что уезжаете, это зря.